Сначала я бы хотел рассказать вообще о том, вообще, где мы живем. Ну, как бы, мы живем в Солнечной системе. А на данный момент времени, пока наша Солнечная система стабильна, ничего не произошло. Вот. И в нашей Солнечной системе есть несколько планет. Как они выглядят? Так, надеюсь, работает. О, работает. Вот, вот две планеты, видите. Ну, кто, может, астрономией увлекается из вас, наверное, угадали сразу. Это Юпитер и Венера. Это так называемое соединение, потому что планеты видны близко друг к другу на небе. Это вот одна из знаменитых обсерваторий, по-моему, это обсерватория имени Кека. Она находится на Гавайях. Могу, кстати, соврать, потому что эту фотографию я специально просто ради интереса выбрал, чтобы вы увидели, как вот планеты просто выглядят. В общем-то, и все. То есть мы на небе планеты видим как точки. А даже наши планеты, которые довольно близко находятся в Солнечной системе, то есть практически рядом, практически рукой подать. Вот, например, до Луны нам сколько лететь? Да, вот сколько астронавты НАСА летели? На 2-3 дня. Да? А до Марса, вот, кстати, тут скоро люди полетят, 6-8 месяцев. Да? А до ближайшей звезды все, 170 тысяч лет, может, 180 тысяч лет. Представьте, да, какое расстояние? Это ближайшая звезда. Она находится на расстоянии 4 световых года. Ну, примерно 4,2. То есть свет, то есть луч света идет 4 года. Представьте, за 4 года вы можете там практически кто-то университет закончить. Да, луч света все будет идти к этой звезде. И только до нее дойдет. Это только ближайшая звезда. И, возможно, вот у этой звезды есть планета. Она самая ближайшая к нам. И, ну, к сожалению, на этой планете очень жарко, и вероятность того, что там есть жизнь, минимальна. Вот. А это вот, если вот более внимательный зритель, ну, более внимательный человек, который смотрит на слайд, он видит, что вот тут полосочка есть такая небольшая, и вот тут вот такая вот интересная завитушка. Это Марс. Вот эта завитушка большая — это Марс. Видите, он иногда большой, а иногда он тусклый, маленький. То есть это движение так называемой планеты Марса по небу. Это вот именно так происходит движение планеты, ну, то есть на небосводе. А древние люди, когда видели вот такие интересные завитушки, они строили разные сложные теории о том, как планеты движутся в нашей Солнечной системе, не понимая, почему происходят такие завитушки. Я сейчас вам покажу очень маленькое видео, которое сразу объяснит, почему происходит. Очень удобно. Раньше такой возможности не было у людей, и они строили разные теории. А вот там вот маленькая полосочка — это планета Уран. Она тоже похожа на эту завитушку, но завитушка там меньше, потому что планета больше находится, и мы практически этой завитушки не видим. Вот. Почему так происходит? Это я говорю о планетах, которые мы видим у нас вот, в Солнечной системе. Пока по экзопланетам я ничего не рассказываю, сразу говорю. Там еще должна музыка быть интересная. Ну, ее, наверное, слышно. На самом деле музыка... Не, вообще не меня на музыку. Это единственный ролик, который нашел в интернете. Вот, релаксирующая музыка. Вот, смотрите. Вот здесь, видите, вот Земля, да, вот Марс. К сожалению, у меня тут указка не будет все равно работать, потому что экран. И видите, происходит такая линия, чертится желтенькая. А Земля, она быстрее движется, потому что она, ну, как ближе к Солнцу, и она немножко обгоняет Марс в своем движении. И вот поэтому такая завитушка происходит. Это просто мы Марс видим Земли, Земля его обгоняет, Марс остается немножко позади. И поэтому вот происходит такое вот интересное движение планет. Потому что Земля ближе к Солнцу, а Марс дальше. Вот. Видите, вот такая вот интересная, ну, можно сказать, проекция движения планеты на небесную сферу. А это все хорошо, замечательно. Таким способом люди, в принципе, могут обнаружить планеты, да, то есть фотографировать небо там, да, и понять, как какие-то объекты на небе движутся относительно неподвижных звезд, якобы неподвижных. Звезды тоже на самом деле движутся, но они медленно движутся. А планеты быстро. И поэтому слово «планета» означает блуждающее, странствующее. А если мы... Древние знали, да, 6 планет. Какие, да, вот? Меркурий, Венера, ну, Земля, понятно, Марс, там, Юпитер, Сатурн. Вот. А дальше все. Дальше наш глаз, к сожалению, не может видеть свет от этих планет, потому что они далеко находятся. Уран, например, и Нептун. Ну, Плутон за планету сейчас не считают. Вот. Уран и Нептун, к сожалению, разглядеть просто так невозможно. Самый зоркий человек, наверное, на свете, где-нибудь высоко в горах, в очень ясную ночь, может увидеть Уран, если он будет знать, куда смотреть. И то это маловероятно практически. Ну вот, Уран и Нептун открыли с помощью периодических наблюдений, понимания того, как вообще планеты движутся в нашей Солнечной системе. Это все хорошо. Как наши планеты открыли, а что дальше?
И люди задумывались, ну, конечно же, люди еще начали задумываться где-то в 16-17 веках о том, что, наверное, у других звезд есть такие же планеты, как и наша Земля. И там, наверное, живут такие же люди, как и мы. Ну, вероятность, кстати, существует. И что вообще о планетах, что вообще известно о планетах в нашей Солнечной системе? Вот всегда же, когда люди что-то исследуют, они пытаются аналогии проводить между тем, что им известно, и тем, что им еще неизвестно. И пытаться понять с помощью вот простых аналогий. То есть это самый-самый лучший способ для познания. И, естественно, ученые не стали ничего выдумывать, они просто взяли нашу Солнечную систему и примерно спроецировали ее на то, что может там вот где-то у других звезд вращаться. Такие же планеты. Но, к сожалению, вышло не очень. Вот, как обычно. Ну, тут я немножко про историю говорю. Вы можете почитать. Ну, я вам так расскажу, наверное. А искать начали подобные планеты у других звезд еще в середине 19 века. Даже нашли, вот тут есть в 895 году, сначала вот в 855 году нашли у звезды 70 Змееносца, ну так просто звезды называют, потому что вот эта звезда находится в Змееносце, 70 — это какой-то индекс, скорее всего там, может, какой-то порядковый номер. Нашли планету, ее подтвердили в 1895 году, отлично все, и в 99 году сказалось, что такой планеты вообще нет. Причем даже статья вышла в Astronomical Journal о том, что эту планету нашли и подтвердили, и даже статью выпустили, и даже ученый получил, скорее всего, какую-то степень, и даже работу в университете. А потом оказалось, что это нет. Сейчас, кстати, я вам расскажу еще две истории про то, что чего нет. Но это все, конечно, замечательно было. В конце 19 века, в начале 20 века технологии были не так хорошо развиты. На самом деле технологии никогда не развиты так хорошо. Они всегда развиваются. И поэтому нельзя сказать, что вот тогда было плохо, а сейчас хорошо. Нет, сейчас тоже плохо, будет еще лучше. Так вот, технологии были не настолько хороши, чтобы суметь разглядеть вот эти экзопланеты. Вот давайте с вами сейчас попробуем представить, что такое экзопланеты. Вот зал тут, да, у нас 30 метров примерно. Ну, это так. Вот представьте, там горит маленькая лампочка. И вот у вас есть бисер. Вот бусинка от бисера находится вот в той стороне. Вот представьте, лампочка, вот бисер. И теперь возьмем вот это дело, удалим на 16 тысяч километров. Вот примерно так выглядит экзопланета. То есть мы не можем ее увидеть никак, практически. А теперь представьте, как нам, куда смотреть. То есть мы направим телескоп куда-то и будем ждать, пока что-то произойдет. Таких событий, которые могут произойти, их очень много. И мы не знаем, какое конкретное событие должно произойти. Мы просто смотрим на звезду и ждем. В принципе, так астрономия наблюдает. Астрономия вообще сложная наука. Единственная проблема большая в астрономии — это все так далеко, что мы не можем туда добраться и посмотреть сами. Единственный способ, которым мы можем вот эти вещи узнать — это свет, который идет нам от этих планет и от звезд. Свет мы раскладываем в спектр, видим линии, сравниваем их с лабораторными линиями в спектре, которые у нас есть в химической лаборатории. Мы берем вещество, доводим это вещество до высокой температуры, оно сгорает, и, соответственно, с помощью спектрографа мы определяем, из каких веществ это вещество состоит. Таким же образом мы смотрим на звезду в телескоп, подключаем к телескопу спектрограф, раскладываем свет в спектр и смотрим, какие линии в спектре есть, и понимаем химический состав звезд. Это единственный способ рассмотреть, что там находится. Иногда бывает так, что спектр звезды или планеты, точнее звезды, смещается относительно лабораторного спектра, который у нас есть на Земле, то в левую, то в правую сторону. Это называется красным или синим смещением. Ну, иногда говорят фиолетовое смещение. Вот. Смещение это по эффекту Доплера происходит. Когда мы, например, вот спустимся в метро, да, у нас поезд уезжает, у нас один звук. Когда поезд приезжает, немножко другой звук. Немножко резкий, либо немножко глуховатый. Потому что когда у нас есть объект, он испускает волны. Когда он движется, объект начинает испускать волны, длина их увеличивается. Соответственно, частота меняется, соответственно, спектр смещается в красную сторону, потому что красный спектр, он более длинноволновый. Когда объект к нам приближается, частота, то есть длина волны сокращается, потому что он, приближаясь, излучает. Да? И мы видим объект с более короткой длиной волны, то есть более высокой частотой. И он синеет. Почему? Небо голубое, закат красный, да? Потому что длинные волны огибают, да? А синие рассеиваются. Ну, как-то так. Вот. Поэтому мы можем узнать о планетах, точнее о звездах и вот о всем том, что мы видим вокруг, с помощью света. Это свет, в принципе, для астрономов это единственный вот такой инструмент, с помощью которого они изучают
нашу Вселенную. Ну, конечно, у астрономов есть другие приборы. Есть так называемая астрометрия, с помощью которой очень точно можно определить положение различных объектов. Но, опять же, мы информацию об этих объектах получаем с помощью света. Да мы все видим. Вот я вас вижу с помощью света. Только вот людей, сидящих вдали, я вижу в прошлом. Да? Вот вас вижу немножко в менее отдаленном прошлом. Вот. Поэтому я могу нести какую-нибудь чушь. Вот. Но смотрите, вот такая вот небольшая история случилась в конце, наверное, ну, то есть практически в конце 20 века. То есть когда технологии начали развиваться таким образом, что мы сумели, то есть мы стали иметь возможность построить большие телескопы, которые собирают очень много света. Свет этот уже давно пришел к нам от этих всех планет и звезд. Просто мы не можем увидеть отдельные фотоны. Человеческий глаз может видеть где-то 100 фотонов, да? А какой-нибудь там вот таракан, он видит один фотон. Видите, как таракан у нас в 100 раз лучше, чем человеческий глаз. Может наблюдать фотоны. Соответственно, человеку нужно 100 фотонов минимум, чтобы понять, что есть событие какое-то. А телескопы позволяют эти фотоны все собрать вместе и увидеть это событие человеку в окуляр. Ну, или человек может поставить туда ПЗС-матрицу, которая у вас вот в телефонах, в фотоаппаратах, и накопить эти фотоны. Если он будет накапливать эти фотоны некоторое время, то он увидит все, что там происходит в данный момент времени. Точнее, когда-то происходило, но свет только что пришел к нам. Вот. И, соответственно, вот с помощью таких инструментов открыли несколько вот планет. Тут в 1988 году, например, подтверждена в 2003 была эта планета. В принципе, можно считать, что открытие все-таки совершилось в 88-м, но пока не подтвердили, соответственно, открытия как бы не было. Дальше вот в 89-м вот планета или бурый карлик. То есть вот, никто не знает, что это такое. Бурый карлик — это звезда, очень маленькая, масса примерно как 13 масс Юпитера. У этой звезды нет достаточно массы, чтобы зажечь в центре термоядерную реакцию, реакцию термоядерного синтеза. Есть две разных реакции термоядерного синтеза. Есть водород-гелий, да, и дейтерий-гелий. Водород-гелий — реакция происходит с более высокой температурой, а дейтерий-гелий — с менее высокой температурой, поэтому в таких вот звездах, в недозвездах, можно сказать, в основном происходят реакции дейтерий-гелий. И вот они постепенно-постепенно угасают, теряют свою, то есть реакции заканчиваются, температура становится все меньше, и они превращаются вообще в черные карлики. Ну, есть такая вот гипотеза. И, к сожалению, такие вот объекты очень сложно находить, потому что они маленькие, плохо светят, мы их можем только в инфракрасном спектре находить. И, соответственно, подтвердить, что это планета или бурый карлик, очень сложно, потому что массу иногда сложно измерить. Массу, опять-таки, мы измеряем тоже по наблюдениям. Мы же не можем непосредственно там, с весами подойти к ней. Как-то так. Вот. В 92 году вот открыли планету вокруг радиопульсара. Радиопульсар — это тоже компактная звезда. Я сейчас не буду о ней говорить. Я представляю, что у вас, например, какой-то был, есть, ну, так называемый опыт или бэкграунд о том, что вы понимаете, что, да, скорее всего, у нас есть разные типы звезд. И вот планеты могут вращаться вокруг разных звезд. Есть даже вот такие звезды, как пульсары, которые обладают очень сильным магнитным полем и, соответственно, с сильным радиоизлучением. И мы это радиоизлучение иногда можем фиксировать. И, соответственно, как-то это радиоизлучение может варьироваться. И, соответственно, мы можем понять, что вокруг этого радиопульсара вращается какая-то планета, потому что она возмущает этот пульсар, либо как-то мешает этому потоку радиоизлучения. Вот. Дальше. Это все хорошо, но, скорее всего, на планетах вокруг радиопульсаров нет никакой жизни, потому что там все-таки излучение сильное. И вот наступил 95-й год, это был переломный момент, когда открыли планету около Пегаса 51b. Горячий Юпитер, так называемый, сейчас объясню, что это такое попозже. Это вот первая планета у звезды вокруг, у звезды главной последовательности. Что это означает? Есть некая последовательность, называется последовательность Гершпрунга-Рессела. Если у вас в школе был курс астрономии, вы, наверное, слышали об этом. Если нет, то, в общем, все звезды делятся по светимости и по спектру. И, в общем, есть такая вот небольшая диаграмма. Наше Солнце, оно вот в центре этой диаграммы располагается. И, соответственно, если говорят, что первая звезда, первая планета у звезды в главной последовательности, это означает, что эта звезда похожа на Солнце. И представьте, около такой звезды обнаружили планету. Конечно, реакция общественности была бурной. И это открытие может считать началом эры изучения экзопланет. 95-й год. Всего ничего, всего сколько там, 20 лет. Да? Я вот видео недавно смотрел с научной конференции, там «exoplanets, exoplanets, exoplanets, exoplanets», там люди говорят, то есть, и у них там, и где-то там в конце там «dark matter», там «dark energy».
и основные исследования, то есть вот это экзопланеты. А вот все остальные там астрономические исследования там 10-15% занимают. То есть экзопланетам уделяется очень большое внимание. Потому что это, ну представьте, найти планету, в которой есть жизнь, или там хотя бы возможность жизни, или даже микробиологическая жизнь. А представьте, там живые существа есть, которые думают, и которые нам пытаются послать сигнал. Это же нечто, это все как бы, это то, к чему стремятся все люди. Ну, не все, ну, кто-то. Ну, так вот, тут быстренький список. Ой, у меня же 13 минут все осталось, так что давайте быстрее. Смотрите, в общем, смысл дальше в чем? Сначала открыли большие планеты, близко вращающиеся звездам, быстро возмущающие их. Вот. Потом открыли первый горячий Нептун. Нептун — планета меньше Юпитера, соответственно, эти планеты меньше, и их открывать сложнее. Чем больше, тем быстрее, ну, чем мы лучше видим, да? Представьте, вот мы там летим над какой-то там саванной, не знаю, там что-то бродит, слоны, слонов видим, а мелких там животных не видим. Вот, в принципе, мелкие планеты мы не видим, а слонов вот сразу заметили. Хотя вот слона-то и не приметили, да, несколько лет. А дальше, вот сверхземлю открыли, да, то есть эта планета практически чуть больше, чем Земля. Она каменная, вот, вот в 2005-м, видите, в 2005-м только через 10 лет открыли, похоже на Землю. И вот, соответственно, размером Землю первую планету открыли всего лишь в 2011 году, то есть вот 4 года назад. В 2012-м вторую такую же планету открыли. Вот интересная планета Океан. Я о ней попозже расскажу. У меня же смысл рассказа топ-10, да, вот сейчас он будет. Вот как выглядит Пегас. Ну, это в представлении художника. Сразу обращаю ваше внимание. Сразу, да. Все, что вы увидите здесь, это все выдумки художников из НАСА или откуда-то еще. Так что не смотрите на то, что вы увидите. Не воспринимайте в реальности вот это все. Это все свет вот, из прошлого. Так что, вот, короче, тут жарко очень и некомфортно жить, там 1000 градусов где-то. Не вариант вообще, да? Дальше идем. Все планеты Солнечной системы делятся на несколько видов. Есть каменные планеты, на которых вот мы находимся, да? Земля, там, Меркурий, нет, Луна, Венера, не очень хороший двойник Земли, да? И, кстати, у Меркурия строение похоже на Землю, а вот у Венеры, ну, вообще практически. То есть, в принципе, есть еще ледяные гиганты и газовые гиганты. Газовые гиганты — это Юпитер, Сатурн, ледяные — это, соответственно, Уран и Нептун. Вот у нас классификация в Солнечной системе планет такая. И, соответственно, все планеты, экзопланеты делят примерно на такую же классификацию. По такой же классификации. Ну, вот планеты земной группы, внешние планеты, ну, это, в принципе, понятно, да? То есть планеты земной группы, вот, то есть Меркурий, да, Венера, Земля, Марс. Видите, Марс небольшой такой. Вот, кстати, про него скоро Виталий будет рассказывать. Вот, смотрите, он гораздо меньше. Лучше про Венеру. Но на Венере жарко, 500 градусов. Практически там 400-500, перепады очень высокие. И там парниковый эффект. Горячие Юпитеры. Я вам тут хотел рассказать, в принципе, про сначала классы планет, про классы экзопланет, которые обнаружат ученые далеко-далеко, где-то на задворках Вселенной. Ну, на самом деле не на задворках, конечно, на расстоянии примерно от 20 световых лет до 2-3 тысяч световых лет. Примерно на таких расстояниях обнаружат вот эти планеты. Размером они примерно как Юпитер, ну или чуть больше, либо меньше, примерно как Земля. Вот. И вот такой класс планет был обнаружен впервые. Ну, первыми обнаружили вот горячие Юпитеры. Размер, соответственно, с Юпитер, поэтому назвали Юпитер. Да? Горячие, потому что они очень близко к звезде, очень сильно разогреты. Кстати, вот тут облом небольшой для нашей гипотезы о строении Солнечной системы. Если у вас в школе была астрономия, вы, наверное, знаете, что когда Солнечная система образовывалась, более легкие элементы были вышвырнуты на периферию Солнечной системы, а более тяжелые элементы вот, были в том месте, где наша Земля. Соответственно, образовались каменные планеты близко к Солнцу, а газовые планеты далеко от Солнца, потому что газ весь ушел на периферию. Но у вот этих звезд все наоборот. Газовые гиганты очень близко находятся к Солнцу, и никто не знает, почему. Вот у вас есть шанс узнать, почему. Вот. Тут, соответственно, я не буду вдаваться в подробности, потому что времени у меня осталось мало, я хочу вам рассказать просто о тех интересных планетах, которые обнаружены на данный момент, которые подтверждены. В общем, самый интересный момент — то, что они большие, горячие, их видно. Даже некоторые зарегистрированы в оптическом диапазоне, то есть их прямо наблюдали. Вот. И, соответственно, они быстро вращаются, поэтому очень сильно возмущают звезды там, или, например, происходит транзит. Сейчас я расскажу, что это такое. Вот. Ну, вот хтоническая планета, так называемая, это вот звезда сбрасывает газовую оболочку, и, соответственно, она постепенно, эта планета теряет атмосферу. Называется вот так. Ну, чтобы вы знали, чтобы вы смогли ориентироваться. Что такое эксцентриситет? Вот там было об эксцентриситете некоторых планет. У экзопланет очень все не так, как у Солнечной системы. В Солнечной системе эксцентриситет у всех планет, ну то есть сплюснутость с окружности,
То есть насколько вот этот эллипс будет окружностью, или насколько эта окружность будет сплюснута. Эксцентриситет у нашей планеты практически единица у всех. То есть особо планета движется почти по окружностям. У экзопланет полный разброс и шатание, как говорится. То есть от 0,2 до 0,3, до 0,6, то есть они вытянутые, у них эллиптические орбиты, круговые орбиты, то есть абсолютный разброс. Поэтому очень сложно придумать какую-то единую теорию для строения, для орбит этих экзопланет и для образования этих экзопланет. Видимо, существует разный способ образования планет. Вот. Есть горячие Нептуны. Но это, в принципе, то же самое, как горячие Юпитеры, только они поменьше, ну и плюс у них атмосфера какая-то есть там. И расположены они чуть дальше, чем Юпитер, поэтому они менее горячие. Ну и, соответственно, поиск транзитным методом для них больше дает шансов на успех, то, что их можно найти. А, к сожалению, опять-таки, видите, существуют теоретические исследования, которые подтверждают метод формирования таких планет. Для горячих Юпитеров, например, до сих пор точно неизвестно, как оно получается. Вот. Ну вот так выглядит горячий Нептун. Ну это тоже представление художника. Красиво, конечно, все. Ну дальше пойдем. Сверхземли. Это планеты, которые похожи на Землю, но они побольше по массе, но они каменные. То есть, в принципе, на этих планетах может быть жизнь, если там есть океан, они находятся недалеко от звезды. Соответственно, это океан в жидкой фазе находится, да, вода. И, возможно, там какая-то жизнь будет микробиологическая. То есть вероятность существует. Соответственно, вот Глиза 581c — это первая сверхземля, ну, большая планета довольно-таки, несколько масс Земли. Она была обнаружена в обитаемой зоне. Вот. Обитаемая зона — это вот... Сейчас я вам... Ну вот, сверхземля — это вот средняя. Нептун, да, вот Земля вот между Землей и Нептуном. Это вот, соответственно, примерные размеры этих планет. Вот, представьте, там Солнце, подобная звезда, и вот примерно размеры планет. То есть примерно 5 масс Земли, соответственно, состоящие из разных веществ, они будут примерно разного размера. Ну, понятно, плотность разная, и, соответственно, размер будет разный. Вот. А есть планеты еще аналог Земли, то есть очень похожие на Землю, но их обнаружить очень сложно, поэтому их открывают только вот сейчас. Мини-Земли — это вообще интересный класс, они еще меньше, чем Земля. Вот. Еще, кстати, есть экзолуны, это, соответственно, спутники этих экзопланет, их тоже можно обнаруживать, вот, по возмущениям самих планет, по наблюдениям транзитов. Ну и, соответственно, тут как бы особо рассказывать нечего, единственное, что их трудно обнаружить, потому что масса маленькая, они почти не возмущают звезду, вокруг которой вращаются. А самый интересный способ — это способ обнаружения методом транзита. Ну, основной способ. Это вот есть такой телескоп Кеплера, может, кто-то слышал. Он наблюдал одну точку в одну сторону, смотрел около 100 тысяч звезд. Вот на фоне звезды проходила какая-то планета в плоскости, соответственно, наблюдения нашей, и затмевала эту звезду немножко. То есть звезда немножко гасла. И вот по этому угасанию, если этих транзитов будет много, допустим, у планеты период обращения маленький, соответственно, мы можем несколько раз транзиты пронаблюдать за какой-то ограниченный период времени, например, за 5 лет, за 10 лет, ну там за 3 года, там вот сколько Кеплер наблюдал, там 2-3 года, да, и за это время мы, соответственно, можем получить информацию о том, какая планета вокруг чего вращается. Самый интересный момент здесь то, что мы не всегда видим планеты, которые расположены в других немножко плоскостях. И представьте, что таких планет может быть 300 миллиардов только в нашей галактике, таких как примерно как Земля. То есть представьте, сколько много, да? Потому что мы не всегда видим. Мы никогда этого не увидим. Мы никогда не узнаем, сколько планет. Скорее всего, никогда не узнаем. Ну, соответственно, вот самая маленькая, видите, в 2013 году была найдена. Ну, то есть вот буквально 2 года назад. Ну, это примерно сравнительные размеры этих планет. Ну, вдаваться не буду в подробности. Они примерно как вот это вот мини-Земли. То есть, точнее, это вот аналоги Земли. Вот это мини-Земли. Вот даже, видите, тут подписаны некоторые планеты. Можно там Кеплер-20, Кеплер-20e. Видите, это телескопом Кеплера они обнаружены. Есть рыхлые планеты, но это, соответственно, большие газовые гиганты, которые просто раздуло, а плотность их очень мала, и они примерно похожи на такое плотное газовое облако. Вот такого вида планет существует. Вот, в принципе, вот некоторые представители из этих планет вот есть. У одной вообще, например, 0,1 грамма на сантиметр кубический. То есть у воды 1 грамм, да, а у этого в 10 раз меньше плотность, чем у воды. То есть там какой-то газ вообще, то есть облако газа. Вот. Вот есть такой вот гигант с облаками из водяного пара. Это вот типа планеты. Просто рассказываю вам про типы планет, какие существуют, какие ученые напридумывали. Вот, потому что на самом деле все, о чем я говорю, оно может быть совсем не так. Через несколько лет мы об этом узнаем, конечно, точнее. Ну и, соответственно, тоже на этих планетах могут быть океаны, могут быть атмосферы. Только эти атмосферы, скорее всего, состоят из одного-двух элементов, то есть водородные, гелиевые атмосферы. И вот орбита эффективная земная означает то, что эта планета находится в зоне обитаемости, то есть как и Земля.
То есть на ней возможна жидкая фаза воды. И, соответственно, там возможна какая-то жизнь. Для жизни вода нужна, как растворители вообще. А вот метод обнаружения планет. Видите, вот зеленый столбик. Тут зеленый столбик. Это метод транзитом открытый. То есть я вам объяснял, да, когда у нас звезда есть, мы смотрим на звезду и видим, что звезда затмевается на какой-то планете, то есть она проходит по этой, как бы по диску этой звезды. То есть вот транзит Венеры был в 2012 году или 2004 году по диску Солнца. Вот такая же тема, только мы видим на расстоянии там, до 2000 световых лет. И, соответственно, вот другие методы дают, конечно, меньший вариант, то есть меньшее количество планет. На данный момент открыто 1911, а может уже 12. Я вчера смотрел, 11 был планет, сегодня, наверное, уже 12 открыли. То есть примерно 2000 планет открыто на данный момент, которые находятся вне Солнечной системы. И вот, тут расписано очень много методов. К сожалению, у меня осталось мало времени. Я бы очень хотел вам всем рассказать об этих методах. Они очень интересные, все здорово. Надеюсь, вы сами о них почитаете. То есть задача-то мне сказать, что существует. Но я быстренько пробегусь. Вот метод транзитный, я вам рассказал, метод радиальных скоростей, он очень интересный. То есть у нас есть звезда, планета, они вращаются вокруг общего центра масс. Никогда планета не вращается вокруг звезды, они вращаются вокруг общего центра масс. У Солнечной системы центр масс находится внутри Солнца. У планеты, у Луны и Земли центр масс системы находится внутри Земли на глубине 60-70 километров. И вот вокруг этого центра масс вращается система планета Луна, например, или планета Солнце, планета-звезда. И планета, вращаясь вокруг звезды, возмущает эту звезду, отодвигая ее то назад, то вперед, то назад, то вперед. Если мы на нее смотрим вот так, то, соответственно, если она немножко движется назад, волны приходящие, помните, про эффект Доплера рассказывал, да? Они красные будут. А если они движутся немножко вперед, они будут синие. И вот это, по этому минимальному смещению волн мы видим, что у этой планеты, у этой звезды может быть планета. Точность эффекта на расстоянии 200 световых лет 1 метр в секунду на данный момент. Представьте, да, 1 метр в секунду мы можем зафиксировать движение звезды, 1 метр в секунду колебания на расстоянии до 200 световых лет. Огромная как бы точность, невероятная. Вот. Была бы точность таких предсказаний в экономике, например, было бы здорово. Или там в курсе доллара. Но вот, к сожалению, вот так. Ну, лучше, конечно, лучше в науке пусть будет. Гравитационное микролинзирование — еще более интересный эффект. Этот эффект можно наблюдать только один раз. Единожды. Это как происходит? У нас есть звезда. У нас есть еще одна звезда. Здесь. У нас есть планета у этой звезды. У нас есть мы. Вот тут. Мы смотрим туда. Видим эту планету и видим свет от той звезды, которая далеко. Помните, про первую звезду говорил? Она светит на нас. Планета проходит на линии света той звезды и на нашей линии луча зрения и немножко искажает свет от той звезды своей гравитацией, своей массой. И вот этот эффект гравитационного микролинзирования мы наблюдаем. Мы можем наблюдать его один раз только. Потому что практически единожды может сложиться такая ситуация, когда у нас линия выстроится наша Земля, звезда, планета и еще та звезда. Поэтому с помощью такого метода открыто 34 всего планеты. Прямое наблюдение — 53 планеты. То есть мы можем видеть эти планеты в телескоп. Телескоп, правда, должен быть большой, метров 10, но мы его увидим. Еще в инфракрасном диапазоне желательно. Метод вариации времени транзита не буду рассказывать. Поверимметрия тоже не очень интересно. Но это когда через атмосферу проходит свет от звезды, через атмосферу той планеты, он поляризуется. Вот я, например, вас вижу практически все в поляризованном свете. Свет отражается от вас, поступает в мой глаз, он уже с поляризацией. Если у меня я надену очки поляризации, я могу исключить вас отсюда всех. Да. Вот. Есть метод астрометрии. Астрометрия — метод просто точный. Просто мы видим, как планета движется, мы можем зафиксировать точную орбиту, ее понять, как она движется, точную очень орбиту. И, в принципе, можем понять, что какие-то возмущения происходят у этой звезды. Наверное, вокруг этой звезды вращается какая-то планета. Как-то так. Полярное сияние. Очень интересный метод. Кто видел полярное сияние? Да ладно, что? Ну, два. А я видел. Два раза. Вот, в Мурманске, кстати, было красиво очень недавно. И в Москве было же 17 марта. Так вот, такие же полярные сияния случаются на экзопланетах. Эти полярные сияния производят, генерируют радиоволны. Эти радиоволны мы можем ловить от этих экзопланет на расстоянии до 200 световых лет с помощью наших радиотелескопов. И, соответственно, мы можем узнать, что где-то какой-то радиосигнал приходит от того, чего мы не видим воочию. Соответственно, мы можем понять, что, наверное, это экзопланета. Ну или инопланетяне нам посылают сигнал, но мы думаем, что это экзопланета, потому что сигнал, скорее всего, будет какой-то непонятный. Потому что если это какие-то разумные существа, они будут посылать нам какой-то разумный сигнал. Ну, надеюсь, что-то 1, 3, 5, например, 7. Числа простые там какие-то. Ну вот как-то так.
Метод затмения двойных тоже интересный. Это когда у нас есть двойная звезда вокруг, в системе двойной звезды. У нас есть планета. Звезда у нас вращается, затмевает другую звезду. Звезда звездой затмевается, планету мы не видим. Соответственно, из-за того, что периодичность затмевания звездой звезды, звезды звездой, у нас меняется. Из-за того, что планета нарушает вот эту периодичность, из-за нарушения этой периодичности мы можем наблюдать, соответственно, мы можем сказать, что у нас, наверное, наверняка есть там планета. Вот как-то так. Это вот методы. А сейчас вот это Фомальгаут Би, планета сложной судьбы, так и называется. Потому что сначала ее обнаружили в 2008, потом в 2010 ее закрыли, в 2011 ее снова нашли, а потом нашли аж две планеты, а потом еще одну нашли. То есть около этой звезды. И вот две планетки видны. Фомальгаут Би, она это непосредственно наблюдение планеты. Вот это в инфракрасном диапазоне, скорее всего, снято. Видите, вот маленькая точка, это вот планета вокруг звезды. Но она очень далеко от звезды, поэтому ее очень хорошо видать. Например, видно ее в телескоп имени Хаббла. Вот тоже одна еще планета сложной судьбы, Глиза 581d. Ее открыли, закрыли в 2012 году, в 2014 закрыли, в 2015 оспорили, то, что оспорили. В общем, даже еще и получили сигнал 20 марта от этой планеты в радиоволнах. Но никто не знает, что это за сигнал. Так что ладно. Наверное, полярное сияние, да? Проще так объяснить. Вот. Топ-10, вот, я, наверное, уже не успеваю. А, у меня время вышло, да? Все, извините. До топа мы не дошли. Нет, я вам расскажу так, что... Подождите, я буквально одну минуту. Вот эти планеты, эти все из топа 10, которых я хотел вам рассказать, интересную лекцию, они все... они все пригодны для жизни. Большинство из них пригодны для жизни. Некоторые только непригодны. Ну вот, в общем, они такие. Вот, они похожи примерно на массу, как Земли, находятся на расстоянии 10 световых лет, до них можно долететь, вот такие красивые картиночки. В общем... Вот у этой, возможно, планеты даже есть луны. На этих лунах, возможно, жизнь. Даже если на самой планете нет жизни, возможно, есть на лунах. Да? Вот тоже похожа на Землю планета, то есть Глизы. Она находится в расстоянии 15 световых лет. Вот это вот 20 световых лет. Ну, вот рукой подать, ближайшие тут рядом совсем. Вот зона обитания. То есть вот эти планеты, возможно, в зоне обитания находятся. G и D. Для D неизвестно, что она существует, да, пока еще спорят. C вот существует, но, к сожалению, она из зоны обитания выходит. Это синяя полоска, это зона обитания. То есть там, где вода будет жидкая. Вот расстояние от Солнца. То есть, вот. Ну, вот она чуть больше Земли, вот, очень интересная планета. Ну, вот это вот забавная планета, на ней вот так вот красиво все выглядит. Там два Солнца даже. Тут, в общем, 42 световых года, далековато уже, поэтому мы не знаем, что там на ней, жидкая она, твердая. То есть ученые спорят, это очень интересно, когда ученые спорят, видно, когда они в Science переписываются статьями, то есть мы-то спорим как в комментах там, да, они-то статьи там научные посылают друг другу, то есть это как-то так. А тут тоже, в принципе, не такая большая планета, не у такой большой звезды, в основном все звезды у этих планет, вокруг которых они вращаются, извините, что я быстро говорю, время закончилось уже. В общем, они маленькие, эти звезды, красные карлики, они очень долго живут, несколько миллиардов лет, и они спокойные довольно. Вокруг этих красных карликов, возможно, долгая, спокойная, тихая, размеренная жизнь у этих планет. Вот. Вот есть такие планеты размером с Сатурн. Они очень холодные, но они тоже интересные, потому что с помощью вот этих специальных методов мы просто можем на них тренироваться, как на кошках, да, какие-то планеты изучать, потом классифицировать. Это очень важно. Классифицировать экзопланеты мы можем только в одной области какой-то. Например, мы ограничиваем сферу наблюдения, допустим, 100 световыми годами, и в этой сфере наблюдения ищем все экзопланеты. И только тогда мы можем классифицировать. Нельзя так взять все экзопланеты и начать их классифицировать. Так неправильно. Так не поступают. Вот. Никогда так не делайте. Ну, в общем, тут остальные планеты, они очень похожи на Землю, они практически массой, там, 1/100 Юпитера, примерно 10 раз больше массы Земли. К сожалению, 13 масс Юпитера, все, это уж предел для планет. Дальше планеты, они не могут существовать. Дальше уже будут бурые карлики практически звездного типа. Вот мини-Нептуна есть. Очень далеко находится, но она очень похожа на нашу планету. Но все равно что-то есть. Вот такая вот система. Видите, там зона обитания даже. Вот так. Ну, тут три. Вот эта интересная планета, она открыта методом гравитационного микролинзирования. Помните, когда рассказывал, когда планета возмущает свет от звезды, которая расположена за ней. Вот, в общем, спасибо за внимание вам. Было очень интересно. Вот. Вы упоминали планету водную какую-то, что-то подобное. Я сам о ней недавно читал. Угу. Вот просто подробности есть какие-то? Угу. Хотелось бы услышать. Подробности? Ну, знаете... Я, наверное, читал то же самое, что и вы, скорее всего. Потому что больше-то особо нечего читать. Если нет, мы же в основном читаем 99% то, что на Западе генерируется. И я, например, стараюсь читать какие-то
более-менее научные публикации, которые, например, на Roxif.org есть там, или что-то еще в Science бывает, мелькают, они хоть более-менее подробно рассказывают, что происходит. По поводу планеты океана тоже сходит, ну, ходят споры. Я точно сказать не могу на данный момент, что сейчас известно об этом. Но могу так сказать, что, скорее всего, в этой планете, на этой планете обнаружены пары воды в атмосфере. Или, возможно, не так. Пары воды мы можем регистрировать только у некоторых типов планет. А плотность измерили, то есть измерили массу, нижний предел массы планеты. Представьте, как сложно, смотрите. У нас есть звезда, у нас есть планета. Она может вращаться не вот так вот, да, она может как-то так вот, ну, по нашему лучу зрения. Мы же тоже, соответственно, расположены относительно плоскости галактики, немножко неравномерно, не прямо. Соответственно, мы можем у этой планеты увидеть только нижний предел массы, к сожалению, потому что масса планеты вычисляется как m умножить на синус i, где i у нас наклонение оси, то есть наклонение плоскости орбиты к нашему лучу зрения, по-моему. Соответственно, мы можем понять нижний предел массы этой планеты, и по нижнему пределу массы планеты мы можем вычислить ее примерную плотность, так как размеры планеты точно мы тоже не можем вычислить. Соответственно, мы примерно прикидываем, что плотность этой планеты, наверное, примерно 1 грамм на сантиметр кубический. А что такое 1 грамм на сантиметр кубический? Наверное, это вода. Да? То есть примерно, так как планета она находится в зоне обитаемости, да, скорее всего, не так далеко от звезды, не так близко, чтобы испариться, да, соответственно, наверное, на ней есть жидкость какая-то. Вот так ученые предполагают, а уже журналисты описывают уже то, что планета океан. Просто людям проще понять планету океан. Или, например, говорят, тут обнаружили где-то во Вселенной там облако воды большое. Или там огромные запасы воды, резервуары воды обнаружили там около квазара. На самом деле нет, то, что, скорее всего, в линиях спектра обнаружен водяной пар. То есть вот как-то так. То есть не надо буквально воспринимать. Возможно, там нет никакой планеты океана. Возможно, просто плотность планеты неравномерно распределена. Может быть, у нее очень плотное ядро какое-то, да, там или что-то еще. Вот. И, соответственно, примерно среднюю плотность мы нашли, примерно нижний предел массы мы обнаружили. И вот считают как-то ученые, считают плотность. А надо же как-то подать эту информацию. Вот подают ее как-то, как планета океан. Подробности я, к сожалению, последних не знаю, потому что, когда я готовился к лекции, у меня было там минимум 10 планет. Если бы было больше времени, я бы, конечно, больше подготовился и постарался больше информации добыть. Но так как мне пришлось вот общую информацию рассказать, поэтому я, к сожалению, не могу точно сказать, что происходит. Но надо, вот я могу как интерпретировать, могу вот как-то так, что, скорее всего, там нет никакого океана, или там он есть, но, возможно, масса этой планеты больше, либо как-то неправильно посчитали плотность. Как-то так. Ошибки очень значительные, на самом деле. А сколько открыли в России экзопланет? Что, в России? Да. Я не помню. Но смотрите, всего открыто 2000, большинство открыто транзитным методом, а транзитным методом открывает в основном Кеплер. Отбрасываем Кеплер сразу. Получается, сколько у нас? Примерно 500 планет осталось. А остальные открыли по радиальным этим скоростям. Их открыли на, скорее всего, спектрометре HARPS. HARPS, он находится в пользовании Европейской и Южной обсерватории, куда мы не входим. Соответственно, отбрасываем еще 500 планет, остается 500 планет. Дальше идут очень точные методы, работающие на телескопе имени Кека, на телескопе имени, не помню, скажем, еще какой-то обсерватории. Эти обсерватории, соответственно, тоже не наши, соответственно, американские в основном. И, соответственно, тоже мы их отбрасываем. То есть остается там парочку, там троечку. Нет, на самом деле зря вы так смеетесь. В Пулковской обсерватории кто-то даже заявлял о том, что они могли даже экзолуны наблюдать. На самом деле любитель может открыть экзопланету. Мы просто должны знать, куда смотреть, как смотреть и что регистрировать. Падение луча, падение яркости, пожалуйста, с хорошим любительским телескопом, с очень мощным, мы можем обнаружить эту планету. Но большинство этих планет, конечно, нет, как сказать, не так. Кеплер смотрит в одну сторону, а в другую эту сторону он не смотрел, у него не было времени на это. А у нас есть, мы можем куда угодно смотреть. Соответственно, мы можем открыть планеты в любой области. Соответственно, пожалуйста, кто хочет, может принять участие. Я и говорю, что в России, скорее всего, открыто, ну, с участием российских ученых, может, 5-10 планет. Но я не знаю точно. В основном, конечно, все открытия, они на Западе, потому что у них инструменты есть. Вот как-то так. Не могу точно сказать. Не считал. Ну, три вещи. Вот первое насчет комментария про планеты океаны. В основном пошло это из измерений спектра. Провалы в спектре звезды. Спектр поглощения воды, да? Да, да. Но там надо понимать, что соотношение сигнал-шум такое, что... Естественно. То есть 100% уверенности, что это планета океан, еще нет относительно ни одной из них. Второе, один такой еще есть интересный объект, который тоже вот во всем этом калейдоскопе наблюдали, это протопланетарный диск. Поправьте меня, если я не прав. Все правильно, все правильно. Потому что вроде я слышал, что были. Протопланетный, можно сказать, протопланетарный. Протопланетарный, ну, да. Протопланетарный туманность.
по сути, это мы видим вживую процесс образования планеты вокруг звезды. Да. Вот. И еще вопрос у меня насчет экзолун. Честно говоря, не слышал ничего про это, поэтому интересно услышать. Хорошо. Хотя бы что-то есть... зарегистрированные? Наметки? Или, да, что вообще? Ну, смотрите, по поводу протопланетных дисков, да, действительно, мы можем увидеть зарождение, ну, конечно, не хорошо подглядывать, но ладно. Мы можем увидеть зарождение планет около звезд, так как мы наблюдаем очень большой, можем любой промежуток времени, на самом деле, наблюдать. И вот когда-то мы наблюдаем звезды некоторые, и попадают такие звезды, вокруг которых еще планеты не образовались. На самом деле, формирование планет около звезд происходит за довольно значительный промежуток времени. Например, после образования Солнца, примерно через 60-80 миллионов лет возникла Земля. То есть, ну, представляете, да, примерно промежутки времени. Соответственно, наблюдать в реал-тайме, как говорится, там, в реалити-шоу, смотреть, там, как оно образуется, не получится. Мы можем посмотреть несколько подобных звезд, у которых образуется планета на разной стадии, и примерно составить одну гипотезу о том, как оно вообще происходит. Скорее всего, так имеется в виду. Ну да, это на самом деле ничего необычного нет, но примерно то есть год или полтора назад впервые пронаблюдали вот такое прям формирование, и то с помощью, по-моему, телескопа Альма, то есть с помощью обсерватории Альма в миллиметровом диапазоне. В этом диапазоне очень хорошо видно именно такие структуры, ну, как формирующиеся структуры. И этот Альма-телескоп недавно вошел в строй, соответственно, как он вошел в строй, сразу же пошли открытия. Вот, по-моему, именно на телескопе Альма пронаблюдали вот такой протопланетный диск у звезды. Это очень здорово, на самом деле, дает ученым понимание того, как вообще происходил процесс формирования планет в Солнечной системе. Вот. По поводу третьего вопроса, по поводу экзолун. Экзолуны. Ну, то же самое, что у нас, например, у Юпитера есть куча спутников, их около 50. Таких же спутников может быть у тех же горящих Юпитеров, например, или даже у мини-земель. А обнаруживают или не обнаруживают, точно сказать не могу. По-моему, это все лишь теория. Попытки наблюдения были. Есть метод, называемый TDV, Time Duration Variable. В общем, смысл этого метода заключается в том, что мы наблюдаем транзит, мы наблюдаем время, за которое планета проходит на фоне звезды, ну, то есть по диску звезды. И это время, duration, это, оно разное бывает в зависимости от количества вот этих транзитов. То есть каждый транзит, оно чуть больше, чуть меньше. Из-за того, что время разное, скорее всего, предполагает, что у этой планеты может быть спутник. Как-то он влияет на вот это вот время. К сожалению, пронаблюдать повторный транзит вероятность очень низка. И у очень малое количество планет пронаблюдали подобный повторный транзит, и поэтому сложно судить. То есть я, по-моему, не уверен, что есть экзолуны. Но теоретически они обоснованы, как, почему нет?